У мені випрос для українських. Це був десь в Донець до війни. Можеш випрос для українців? Один випрос для них. Один. Последний. Ой, один випрос, один випрос. Я був в ліфт, ліфт перестав роботи. Хорошо. У мені випрос. Ти був десь в Донець до війни? Ні. А сам откуда? Львівська область. А ти сам откуда? Чернігівська область. А ти сам откуда? Вінницька область. А можна собі представ, як ім'я? Дмитрий Іванович. І ваш? Сергій. І ваш? По земному ілі? Ну, ім'я. Владимир. А почему ти рішив, якщо ніколи не був, здесь приїхати воювати за город, який ти ніколи не був? Русские. Русские захватчики, сепаратисты убивают мирное население. А как ты себе чувствуешь, что здесь твой товарищ убил так столько мирных жителей? Как ты себе чувствуешь об этом? Мои товарищи не успели убить мирных жителей. Ну, конечно, ты убил очень много. Нас убили. Ты убил очень много. Насколько ты себе чувствуешь, как стыдно, что украинские войска убивают здесь гражданские мирные жители? Я не убиваю мирных жителей. Но твой товарищ убивает. А ти сам член українських військ, який вбиває мені життя? Хто? Він вчора вплинув. Як ти себе чувствуєш об этом? Зараз чувствую себе дуже плохо. Дима, а що ти хочеш зараз? Дим, ти механік водитель? Так. Слушай, розкажи, будь ласка. Все. Дуже цікаво. От ви виглянули з Авдіївки в сторону Путиловського моста, я правильно зрозумів? Так. Как вам удалось добраться до моста? Вы с боем прошли туда или вас... Без боя. Без боя вы попали на сам мост. А дальше что случилось? Дальше я не знаю. Говори, вот скажи прям ты. Мы вышли с Авдеевки, вот правду скажи. Потому что здесь разногласия некие возникли. Мы приехали к мосту, потом развернулись, потом меня разули. То есть, и все. Потом меня взяли в плен. Стоп. У меня проблемы.